В историко-художественном музее в это воскресенье соберутся любители литературы и поэзии. Символичное название литературной гостиной «В кругу друзей» вовсе не очерчивает круг приглашенных, а наоборот, предлагает присоединиться всем, чьи души переполняют мелодии и рифмы стихов, а также желание общаться с интересными, многогранными личностями. Светлана Череданова, поэтесса, член Союза писателей России, является организатором литературных чтений с 1994 года. Она хоть и называет эти встречи ностальгии по прошлому, все равно находится в предвкушении знакомства с новыми людьми и новых эмоций от совместного исполнения стихов и песен о любви. У поэта нет возраста. Ему всегда 18. Он просто этого не может доказать. И поэтому в его стихах это звучит, это льется, это передается другим людям. Свет из его души идет к людям и остается там, чтобы в мире стало светлее. В числе приглашенных барды – Игорь Газов, Владимир Голованов, лауреат Кедринской премии «Зочи» Валерий Федосов. Свою прозу о любви почитает Александр Летин. Молодое поколение представит Анастасия Панарина, которая прочтет сонеты Шекспира. И это далеко не полный список тех, кто придет весенним воскресным днем с томиком своих любимых произведений. Так получилось, что вокруг меня и, в принципе, в Мытищах очень много людей, которые сочиняют стихи, являются поэтами в душе, и им, конечно, не хватает площадки, где бы они могли общаться между собой даже. Ну и, безусловно, со зрителем, со слушателем. И нам в музее очень не хватает вот этого тихого, теплого общения творческих людей. В литературную гостиную приглашаются все желающие 12 марта в 12 часов. Вход бесплатный.